нова збудова. А зараз блом якраз це видно, виходить, цей правий край пром, а блом лівий. Это ад, вы знаете, это ад. Во-первых, каждый день обстрелы. Во-вторых, много смертей. В-третьих, гуманитарные проблемы. Ощущение такое, будто вокруг города сплошной фронт. Город практически окружен, стоят танки, и мы видим, как по городу рассредоточены армейские грузовики. Поэтому мне совершенно ясно, что он вот-вот падет. Вы рады, что уезжаете? Yes and no. I don't know. Моя страна гибнет. Очень тяжело. Жалко. Плохо, тяжело. Переживаю. Up to tears. My country is dying. Ничего. Мы победим. Все будет хорошо.